Что вы находитесь в отделе полиции? За кражу. Расскажите, что за кража? В нетрезвом состоянии вошел в помещение и вынес оттуда телефон и фотоаппарат. Вы одни были? Нет, товарищи. Мы искали вообще ресторан. Цели не было что-то красть. А сказали, ресторан зачем искали? Хотели дальше посидеть, выпить. Нашли открытые заведения, зашли там, думали, кого-нибудь найти, там, что-нибудь найти. Администратора или что-нибудь. Там двери открывали, и в одну из этих дверей зашли. Там спали мужчина и женщина. Что там первое под глаза попалось? Взяли и вышли. То есть в помещении находились люди, и вас это не смутило? Вы перед ними все украли? Они спали. Ну, а шума никого не производили? Да нет, все там шума. После искали, написано было ресторан, остановили, зашли. Нету ресторана. Все там номер стоит, оказывается, дверь номера был. Открыли номер, а думали, на ресторан зашли, а там номер вообще. Ну ничего. Отель гостиничный или что-то. Ну и все, и пробыли там буквально, наверное, секунд 15-10 и ушли. Ну, что вы оттуда успели забрать? Ну, не знаю, там, то, что я знаю, это фотоаппарат там. И что-то там денег было.